Большой привет! Прежде чем мы с вами перейдем к итингу морского винограда, хочу вам сказать о том, что на моем бусте сейчас загружен ролик «Коллапс с подписчиками». К сожалению, YouTube не пропустил этот ролик и его удалили 2 раза. Но если вы все же хотите посмотреть это видео бесплатно, переходите на мой бусти по ссылочке в описании и в первом закрепленном комментарии. Всех жду! Всем большой-большой-большой привет! Сегодня мы с вами пробуем морской виноградик. Вот я его уже заварила. И прежде чем мы с вами начнем употреблять его в пищу, я хочу поблагодарить всех своих подписчиков на Бусти. Вот их имена. Спасибо вам, ребята, большое! Без вас не было бы этого контента и сегодняшнего видео, и всех следующих видео тоже. А всем моим остальным любимым сладеньким подписчикам, если вы хотите поддержать меня на Бусти, пожалуйста, ссылочка будет в описании и в закрепленном комментарии. Только вы помогаете мне продолжать снимать видео и не бросать это дело. Чмок-чмок. Ну что, я буду есть палочками. Сегодня у нас будет не разговорный мукбан, где я буду отвечать на вопросы, а просто будем кушать, потому что это что-то неизведанное, что-то прикольное. Я заранее прошу прощения за фоновый шум. Он меня тоже задолбал, но я ничего не могу с этим сделать. Окей. Ну что, давайте попробуем одну штучку. Окей, let's give a try to the first one. Thank you.
беконом, которая русская, или как их там, которая еще вот эта беконовая, чисто такая термоядерная приправа, ну вот это она еще пахнет чисто остро. It's not really hot, but ем больше, чем вот этого морского винограда. Слушайте, ну, мне просто не очень нравится. Может, я что-то не понимаю, конечно. У меня живот урчит, слышите как? Он реально в трэше от происходящих событий. Я думаю, что он выдаст еще пару концертов, пока мы с вами все не доели. А давайте попробуем васаби. Он очень жидкий. Видно, что из порошка. Я, когда мне привозят роллы, я никогда не ем васаби, потому что я, в принципе, не люблю острое. И эта приправа, по ней было видно, как будто она ошибодробительно острая. Но на самом деле, как оказалось, вообще на полшишки.
Не знаю, мне кажется, что многие любят этот продукт по какой-то неизведанной причине. Видимо, я что-то не понимаю в этой жизни. Но 500 рублей – это дороговато. Если бы мне понравилось, я думаю, что раз в какое-то количество времени я бы себе его покупала. Если кто был в Китае, если кто шарит за китайские цены вообще. В общем, может подсказать, сколько в Китае стоят вот эти водоросли. Пользуются ли они популярностью, едят ли их как кимчи. Или это просто такое поесть на камеру блюдо. Кстати, я тут недавно ела кимчи. Все съели. Не сказать, что с большим удовольствием. Ну-ка. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Васоносик. Тик-т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 ик
мукбанге, мне бы обзавестись какой-нибудь красивой тарелочкой, потому что вот эта вот блохастая тарелка, это, конечно, ситуация сюр, но у меня ничего больше дома не было. Что-то мы с вами два раза на канале ели роллы. Больше. И вот теперь кушаем то, от чего возможно. Возможно. Я возненавижу свою жизнь. Вы слышите, как на протяжении всего видео мой желудок такой, типа... И желудок мой просто такой, типа...
общем, пишите. Пишите мне в комментариях, что мне покушать в следующий раз и что мы с вами обсудим. А также подписывайтесь, пожалуйста, на мой Boosty и на мой телеграм-канал. Я вас очень люблю. Увидимся с вами в новых видео.